Всем привет! Меня зовут Настя, я из Петербурга. Я работаю в студии 3D-графики и анимации, веду проекты в сфере видеопродакшна и аэросъемки, а также увлекаюсь фотографией. Я хочу на Тавриду, потому что это уникальный шанс познакомиться с интересными, творческими и увлеченными людьми, такими как я. Тавриды – это единомышленники. Это возможность раскрыть свой потенциал и вдохновиться. Это мощный поток знаний. Это новый опыт от профессионалов киноиндустрии. Что я говорила? Это развитие своих способностей. Может, очки надо для убедительности было надеть сразу? А? Нет? Мне удалось принять участие в интересных проектах и решить множество разноплановых задач. Я с удовольствием поделюсь своими опытом и лайфхаками с участниками форума. Я хочу встретить интересных ребят и сотрудничать с ними в будущем. А еще я не была в Крыму.